Отчасти от того, что импортная продукция, конкретно ножки Буша, вводились в Россию, поэтому этот цех и остановлен. То есть огромная конкуренция. There is no Russian chicken. No Russian chicken. I know that the name of Russian chicken in every Russian family is bluebird. Bluebird, because very small, very no quality. No quality. Кормим мы мешаночкой, морковку утрируем, свеклу, все даем, что нужно для ей. Я считаю, что домашняя наша деревенская курица лучше, чем это. Ну как почему? Потому что они вкуснее, там жира не так много, холестерина меньше, и вообще они очень вкусные. Они, это же все вымороженные, а это парное. Исследовали несколько наших подмосковных фабрик, птицеферм, вот, и не были удовлетворены ни качеством продукта, ни санэпидемиологическими качествами.